Навести порядок к учебному году. В городе Барыш Ульяновской области ремонтируют среднюю школу. В заведении учатся 375 школьников. В этом же здании находятся и группы для самых маленьких, в которых занимается 52 воспитанника. Летний ремонт включает замену всех окон. Деревянные рамы со стеклами устарели. Их не меняли с 70-х годов. Современные пластиковые окна сделают учебное заведение гораздо уютнее и теплее. Мы в этом году планируем заменить всю школу, несмотря на то, что заключен договор двухгодичный. Контракт у нас составлен на сумму 6 миллионов 885 тысяч рублей. Школа вошла в программу развития и модернизации Ульяновской области. В ближайшие 3 года здание будут доводить до ума. Реставрационные работы расписаны по этапам. Дорожная карта уже составлена. Планируется заменить цоколь, заменить отмостки. Это будет 2021 год. В 2022 году мы должны будем по поручению губернатора отремонтировать полностью первый этаж, отремонтировать входные двери, отремонтировать крыльца. А в 2023 году это уже капитальный ремонт пищеблока. Замена окон проводится в 2 захода. Первый завершится 30 июля, второй финиширует 10 августа. Больше 100 окон уже установили, осталось еще 101. Работы ведутся в рамках нацпроекта образования. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов, новости Управда ТВ.